Всем привет, дорогие мои! Я очень рада приветствовать всех на своем вязальном канале. Вязать легко слали, тем более в преддверии весеннего праздника. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, мои хорошие, с наступающим праздником весны. Желаю всем нам отличного настроения, море любви, улыбок и вдохновения. Побольше позитива! Теперь без лишних предисловий перейду к главному. Это мое второе видео по джемперу Хитоми Шида, но оно еще и является обобщающим по вязанию горловины. Другими словами, как связать красивую горловину к джемперу или свитеру без отрыва нити укороченными рядами. Незадолго до этого я представляла свой мастер-класс и показывала, как выполнить скосы плеча и выемку горловины укороченными рядами и закрытие горловины айкордом. Но на этом джемпере, в отличие от предыдущей туники, ссылочку я оставлю вам в описании, если хотите, посмотрите. На этом джемпере имеется еще и горловина в виде резинки. Обязательно приглашаю посмотреть мои наработки. Возможно, что-то вам пригодится в дальнейшем. Я покажу во всех подробностях все этапы вязания выберу петли по горловине. То же самое по скосам плеча. Затем покажу, как сшить плечи и набрать петли опять-таки по горловине. И связать резинку. И закрыть ее с помощью иглы, чтобы край не тянулся. Посмотрите на мою горловину, на мои плечи. Вот он перед вами мой джемпер. Желаю всем приятного и плодотворного просмотра. Сейчас мы с вами начнем выполнять выемку горловины из косы плеча на примере переда. Предварительно посмотрим на схему. Углубление переда в джемпере немножечко глубже, чем по спинке. Поэтому вначале мы начинаем углублять именно горловину переда. Здесь нам понадобится 16 рядов. В течение 16 рядов мы будем выполнять не довязанные ряды не довязывать определенное количество петель какое количество петель вот я на схеме нарисовала в первом ряду мы не довязываем 5 петель от центра переда затем поворачиваем вязание вяжем второй ряд в третьем ряду не довязываем 3 петли поворачиваем вязание вяжем изнаночный ряд, в пятом ряду мы не довязываем еще три петли, поворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд. В седьмом ряду 2 петли не довязываем, в девятом опять 2 не довязываем, в одиннадцатом одну петлю, в тринадцатом одну петлю и в пятнадцатом еще одну петлю. При этом с косы плеча нам необходимо начать не довязывать наши петли, начиная с с девятого ряда запомните с девятого ряда когда мы, когда мы будем вязать девятый ряд вот здесь вот не довязывать то мы одновременно начнем с косы плеча но поскольку эта сторона у нас правая ну или левая если если надеть изделие на фактуру то получается левая сторона но вязать мы будем справа запомните этот момент сейчас я вам все покажу на изделии смотрим Прежде всего, мы отсчитываем по плечам по 35 петель, навешиваем маркер. Вот эти наши маркеры, я наметила их отдельными такими маркирочками, которые отличаются от всех остальных. Далее мы находим центр переда. Вот у нас центральная точка переда. Вы видите, да? От нее мы отсчитываем по 5 петель влево и вправо. Раз, два, три, четыре, пять. И сюда нам необходимо навесить маркер. Вот так вот мы навешиваем маркер, то есть определяем первую нашу точку поворота. Теперь в эту сторону точно так же отсчитываем 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. И навешиваем еще один маркер, желательно такого же цвета, чтобы не запутаться. Пересчитаем наши петли по центру. Должно получиться 11 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Почему одиннадцать? Некоторые спросят. Поскольку здесь у нас по пять петель. Это десять и одна петля центральная. Все. И сейчас мы начнем вязать вот сначала ряда, двигаясь в направлении вот этой петли. Вот так вот провязываем петли правой стороны нашего изделия. Приближаемся к нашему маркеру. Здесь нам необходимо повернуть вязание на изнаночную сторону. И маркер мы пока убираем. Убираем и вязание поворачиваем на изнаночную сторону. Повернули вязание на изнаночную сторону. Выполняем накид. Вот так вот снизу заводим спицу под нитку. И навешиваем накид далее нам нужно провязать 3 петли это значит что в следующем третьем ряду нам необходимо будет вот в этом месте остановиться и повернуться на изнаночную сторону значит мы здесь навесим маркер если вы не хотите навешивать маркер то не навешивайте просто отсчитывайте каждый раз определенное количество петель. И дальше продолжаем вязать изнаночный ряд до конца ряда. А затем в следующем, в третьем ряду, начнем вязание с начала ряда и довяжем вот до этого маркера. Сейчас я вяжу третий ряд, приближаясь к точке разворота. Теперь необходимо в этом месте... Убрать маркер и повернуть вязание на изнаночную сторону. Повернула. Теперь выполняю накид и смотрю по схеме. В пятом ряду мне опять нужно будет не довязать 3 петли, поэтому я эти три петли провязываю 1, 2, 3 и навешиваю маркер это для легкости, и вяжу изнаночный ряд. вяжем пятый ряд приближаясь к точке поворота мы убираем маркер временно в сторону поворачиваем вязание на изнаночную сторону вы поняли что мы не довязали 3 петли вот посмотрите здесь хорошо видно что мы не довязали 3 петли выполняем наш накид и теперь смотрим схему в седьмом ряду нам необходимо будет не довязать 2 петли, поэтому мы провязываем две петли и навешиваем наш маркер и продолжаем вязать изнаночный ряд. Затем в седьмом ряду мы не довяжем эти две петли, вяжем седьмой ряд. Здесь мы не довязываем две петли от предыдущих, как вы помните. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Развернули вязание на изнаночную сторону. Выполняем накид и смотрим схему. В девятом ряду нам необходимо будет не довязать две петли, поэтому мы провязываем эти две петли. Раз, два навешиваем маркер и продолжаем вязать изнаночный ряд. Но здесь, друзья мои, внимание, в самом начале я вам неправильно сказала, сказала, что мы будем скосы плеча выполнять, начиная с 9 ряда, но мы их будем выполнять, начиная с 7 ряда. Сейчас мы вяжем 8 изнаночный ряд, и нам необходимо выполнить скос плеча. Провязываем этот изнаночный ряд. Здесь я еще довязываю немножечко свой рисунок. Продолжаем вязать восьмой ряд. Здесь у нас от начала вязания 7 петель нам необходимо отсчитать. Если мы посмотрим на схему, то мы увидим, что 7 петель у нас по скосам плеча это в восьмом ряду раз два три 4 5 6 7 если мы будем с противоположной стороны делать то это будет седьмой ряд запомните этот момент теперь мы поворачиваем вязание уже на лицевую сторону повернули вязание выполняем накид и вяжем девятый ряд и Здесь такой момент: в десятом ряду в этом месте нам необходимо не довязать. Будет 6 петель, поэтому я вяжу эти 6 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и навешиваю маркер, следовательно, в десятом ряду мы не довяжем эти петли вот до этого маркера. Повернем вязание и будем вязать уже одиннадцатый ряд. А сейчас мы продолжаем вязать 9 ряд до точки разворота. Продолжаем вязать 9 ряд. Вот наша точка разворота. Маркер мы убираем. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Сейчас мы будем с вами вязать 10 ряд. До скоса плеча. Здесь нам в одиннадцатом ряду необходимо будет не довязать одну петлю. Мы ее провязываем, навешиваем маркер и продолжаем вязать 10 ряд, вяжем его до точки разворота по скосу плеча. довязываем 10 ряд до точки разворота по скосам плеча это у нас красный маркер вязание поворачиваем на лицевую сторону повернули повернули вязание накид и вяжем 11 ряд здесь сначала мы провязываем 6 петель поскольку в двенадцатом ряду именно эти 6 петель мы не довяжем навешиваем красненький наш маркер и продолжаем вязать 11 ряд до выемки горловины вот у нас маркер который обозначает плечо далее довязали до выемки горловины разворачиваем вязание на 12 ряд Повернули вязание, накид, одна петля, поскольку в тринадцатом ряду мы опять не довяжем одну петлю. Навесили маркер и вяжем 12 ряд до очередной точки разворота по скосам плеча. Надеюсь, вы начинаете уже понимать алгоритм вязания. Ну, это для тех, кто новичок и не знает еще. довязали до точки разворота по скосам плеча вязание поворачиваем на лицевую сторону здесь как обычно мы выполняем накид и вяжем 6 петель 1 2 3 4 5 6 в следующем изнаночном ряду нам необходимо будет не довязать именно эти 6 петель Навесили маркер и вяжем этот ряд до выемки горловины, до точки разворота. Вот мы довязали. Маркер мы убираем, и он нам теперь уже не понадобится. Вязание поворачиваем на изнаночную сторону. И здесь... Продолжаем вязать этот ряд до точки разворота по скосам плеча. В следующем лицевом ряду мы не довяжем вот эту вот оставшуюся одну петлю. Довязали до скоса плеча, вязание поворачиваем, вяжем изнаночный лицевой ряд. Здесь опять-таки 6 петель нам необходимо провязать. раз два три 4, 5, 6, и у нас останется 4 петли. Давайте не довяжем 5 петель. Навесим маркер, исправим схему. Здесь 5 петель мы не довязываем, и вяжем лицевой ряд до выемки горловины. Но выемка горловины у нас вот в этом месте. Там, где у нас маркер, там, где у нас заканчивается само плечо. Мы поворачиваем на изнаночную сторону, довязываем до красного маркера. И далее будет самое важное и интересное в нашем всем этом процессе. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. Выполняем наш накид и вяжем все наши петли. Нам необходимо провязать все петли до вот этого места, до начала вязания с этой вот стороны. Как мы это будем делать? Смотрите внимательно. Вот вот у нас точка плеча, маркер мы перебрасываем, мы его пока не убираем. Теперь у нас накид и петля. Вот эту лицевую петлю мы должны провязать вместе с накидом так, чтобы эта лицевая петля была сверху. Накид желательно вот так вот хорошенько, вот, вот смотрите, смотрите, как я его перевернула, вот так. Перевернула, чтобы он был скрещенный, чтобы не было больших отверстий. Теперь мы провязываем две вместе эти петли с наклоном вправо. Вот так провязали. Далее у нас опять идет накид. Мы его опять перекрещиваем. Эту петлю мы поворачиваем и провязываем их вместе с наклоном вправо. Провязали следующий накид мы опять-таки перекрещиваем, петлю разворачиваем и провязываем вместе эти две петли с наклоном вправо. То же самое накид перекрещиваем, лицевую петлю разворачиваем. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее у нас просто лицевая. Теперь вот этот накид мы разворачиваем, перекрещиваем его. Петлю нам нужно развернуть. И провязать 2 вместе с наклоном вправо. Вот посмотрите, мы вводим в работу наши петли. При этом у нас нет никаких ни дырочек, ни отверстий. Все очень получается ровно. Так, и красивая выемка горловины. Далее мы вяжем лицевую петлю, накид, перекрещиваем лицевую. Поворачиваем две вместе петли с наклоном вправо. Лицевой с наклоном вправо. И продолжаем то же самое вязать дальше. Продолжаем вязание, перекрещиваем накид, лицевую поворачиваем. Провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у нас лицевая. Здесь у меня по рисунку изнаночная петля. У вас это может быть любой рисунок. Теперь накид перекрещиваем. Лицевую поворачиваем. Опять две вместе. И вяжем вот так вот. Это у нас центр переда. Вот центральная точка переда. Значит, мы ввели все наши петли. Давайте пересчитаем, сколько у нас их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Всего у нас по горловине 37 петель, которые мы должны вот таким вот образом выполнить выемку на этих 37 петлях. 18 из них мы уже задействовали, выполнили. Теперь мы вяжем вот этот вот ряд. Это у нас первый ряд. И мы вяжем его до самого конца. Мы довязали до конца лицевой ряд, сравняли все петли. Пришли вот на эту сторону. Теперь нам все то же самое нужно выполнить по этой стороне. Сейчас мы будем выполнять выемку горловины. Вот здесь у нас выемка горловины, но уже с изнаночной стороны. То есть мы будем вязать изнаночный ряд, разворачиваться, а затем вязать лицевой ряд. Точно так же, провязав. 6 рядов. В седьмом ряду мы должны будем, это будет у нас лицевой ряд, мы будем уже в этом направлении вязать. Мы здесь не довяжем 7 петель, развернемся и будем так все делать то же самое, что мы и делали до этого. Здесь мы будем не довязывать по схеме. Один раз 5 петель. Вот они. Здесь висит у меня маркер. Посмотрите. Сначала мы не довяжем 5 петель. Затем два раза по 3 петли. 2 раза по 2 петли и 3 раза по одной петле. И выполним скосы плеча. А дальше, а дальше я вам покажу, что мы будем делать дальше. Итак, с левой стороны во втором ряду мы делаем первую точку разворота по выемке горловины. Здесь у меня, как обычно, маркер. Я его убираю. Теперь давайте мы для уточнения еще раз напомню вам, чтобы вы поняли и не ошибались. Вот у нас центр вязания. Так, вот у нас центральная точка. От нее мы отсчитали 5 петель. И теперь мы делаем разворот на лицевую сторону. Повернули вязание, вяжем третий ряд накид и в следующем четвертом ряду нам нужно не довязать 3 точки 3 петли 1 2 3 вот я их связала навешиваю маркер все то же самое в принципе мы повторяем только меняются лишь ряды здесь у нас вот в изнаночных рядах мы разворачиваемся, а по плечам мы будем разворачиваться в лицевых рядах. А так все то же самое. И продолжаем вязать третий ряд до конца. Затем мы развернемся и в четвертом ряду провяжем наш четвертый ряд до вот этой вот точки разворота. Мы провязали четвертый ряд, остановились, не довязывая 3 петли. Вот они, раз, два, три, не считая накида. Маркер я пока убрала. Повернули вязание на лицевую сторону, вяжем пятый ряд. Здесь у нас накид, 3 петли, в пятом ряду, вы помните, 3 петли мы еще обозначаем. В шестом мы не довязываем 3 петли. И вяжем этот пятый ряд до конца. Затем поворачиваем вязание. И вяжем вот до этой точки разворота. Далее вы все это свяжете самостоятельно. Я вам сейчас кратенько еще раз поясню. Смотрите внимательно. Вот у нас точка плеча. Мы не довязали. 5 петель, 3 петли. И в очередном шестом ряду мы не довяжем еще 3 петли. Далее нам нужно будет не довязать 2 петли, еще 2 петли и 3 раза по одной петле. Со стороны плеча по скосам плечам мы все делаем то же самое. Мы не довязываем здесь вот наш скос плеча, например. Здесь мы не довязываем один раз 7 петель. Далее 6 петель, еще 6 петель, 6, 5 и оставшиеся петли я вам покажу, что мы будем делать далее. Мы перейдем к сшиванию э, скосов плеча и вывязыванию горловины. Мы на заключительном этапе вязания. Мы не довязали 5 петель по скосам плеча это последние наши 5 петель развернули вязание на изнаночную сторону вяжем последний ряд здесь у нас накид провязываем эти оставшиеся петли 3 4 5 провязали теперь здесь у нас маркер это обозначает у нас начало плеча маркер мы уберем возьмем бросовую нить контрастного цвета и сейчас мы Закроем все наши петли горловины. Это изнаночный ряд, значит мы провяжем эти петли изнаночными. Посмотрите внимательно. Вот так вот мы провязываем изнаночную петлю. Накид мы тоже провязываем изнаночной петлей. Запомните этот момент. И закрываем эти петли. Следующую петлю изнаночной провязываем. Когда мы будем нанизывать наши петли на спицу для вязания воротника, то бросовую нитку мы всего лишь распустим с легкостью и начнем вязать воротник. Вот для этого необходимо эти петли переснять на дополнительную нитку. Вернее, не переснять, а вот так вот отвязать и закрыть их чтобы они нам не мешали и чтобы легче было их затем на спицу надеть. Я вам покажу это в дальнейшем, вы поймете, в чем весь этот смысл. Когда мы закончили вязание переда, выполнили выемку горловины, отвязали все петли на дополнительную нитку вот по, по горловине, плечи выполнили. Теперь мы переходим к нашей спинке. Спинку мы все вот эти вот недовязанные ряды мы выполняем одновременно, начиная э, с какого ряда мы начинали. Нам нужно в 10 рядах выполнить наши вот эти вот манипуляции. Вы поняли. Сначала давайте возьмем схемку и посмотрим. По скосам плеча все то же самое. 7, 6, 6, 6, 5 и 5. Теперь по горловине спинки. В первом ряду мы не довязываем 7 петель. В третьем ряду не довязываем 4 петли. В пятом ряду не довязываем 3 петли. В седьмом ряду не довязываем 2 петли. И в девятом мы опять-таки не довязываем 2 петли. Все то же самое мы делаем сначала с одной стороны вот точно так же, как здесь. Как перед мы выполняли, сначала с одной стороны мы не довязываем все это, затем переходим на другую сторону и делаем все то же самое. И вот мы дошли вот до этой точки, вот до этой точки, сравняли все наши петли по спинке. Я оставила здесь ниточку, чтобы можно было сшить плечи. И сейчас мы будем сшивать эти самые плечи. Друзья мои, я допустила небольшую оплошность, и когда при вывязывании спинки я пришла к такому выводу, что я сделала неправильно самый последний момент, когда я вот эти петли плеча просто провязала петлями. Здесь необходимо, я все это распустила, вот опять надела на спицу, и теперь мы будем эти петли закрывать. Смотрите внимательно, закрытие петель. Мы не будем этот ряд провязывать петлями, а закроем петли. Первую петлю снимаем, далее следующую провязываем и проводим ее через снятую. То же самое, провязали петлю и перебросили через нее предыдущую. Провязали, перебросили. Вот так вот все петли мы закрываем до начала нашего плеча. Накид вместе с изнаночной мы провязываем вот так вот изнаночной. И продолжаем закрывать петли плеча. Но нитку не обрываем. Вот это важный момент. У нас полностью всю, всю выемку горловины и скосы плеча мы выполняем без отрыва нитки. Мы закрыли петли переда, скосы плеча по переду. Теперь вот у нас петли спинки. Они открытые, и мы должны их без отрыва нити также закрыть. Берем кромочную петлю, провязываем лицевой и проводим ее через вот эту петлю. Далее опять провязываем и перебрасываем через нее петлю. и так дальше. Провязываем, перебрасываем, провязываем, перебрасываем. Делайте это немножечко так, не стягивая. Провязываем, перебрасываем. Вот эту лицевую нам необходимо поменять местами вот с этой петлей. Или давайте сделаем так. Вот мы сначала провязываем это, эту, этот накид лицевым. Кстати, накид нужно скрестить, чтобы не было большого отверстия. Вот так вот провязали накид лицевой петлей, перебрасываем через нее одну петлю и вторую петлю. Давайте, чтобы так было у нас более надежно. Дальше вяжем, перебрасываем, провязываем, перебрасываем. И так до конца, пока петли скоса плеча по спинке у нас не закончатся. Закрыли петли. Смотрите, теперь у нас мы как бы по кругу закрыли петли. Здесь вот у нас наши детали соединяются. Теперь нам нужно сшить плечи с помощью крючка. Опять-таки нитку мы не обрываем и все той же нитью начинаем сшивать. Сначала вводим крючок как бы в нижнюю петлю, вот в эту, с этой стороны. А с этой стороны вводим его вот в эту петлю. Надеюсь, вам видно, вот она, самая крайняя кромочная петля. Ввели, захватили нитку, вывели полустолбик. Далее мы должны ввести крючок между петлями вот здесь тут такая, такое вот отверстие получается. Мы выше этого отверстия заводим крючок, а здесь между петлями опять-таки его заводим, захватываем нитку и выводим петлю. Вот, это, вот этот дефект, когда мы будем вывязывать горловину, мы его исправим. Я вам покажу в дальнейшем. Теперь Вяжем в каждую петлю, вводим крючок. Здесь одна петля и здесь одна петля. Захватываем нитку, выводим полустолбик. Раз, два, три. Четвертый у нас полустолбик. Между петлями заводим между петлями и здесь между петлями захватываем нитку и выводим петлю. Ну, собственно, это не важно, как вы захотите шить, так и сшивайте, желательно, чтобы не было никаких дефектов. Шили плечи переда и спинки вот такой у меня получился шов. Теперь переходим к нанизыванию наших петель. Для этого нам понадобится спица немножечко меньшего размера. Я взяла 375 и начинаем нанизывать. Смотрите, вот у нас первая петля. Мы ее надеваем на спицу. Теперь эту нитку можно постепенно распускать. И распуская нитку мы будем нанизывать наши петли. Сейчас все вам покажу. Выпутываем для начала эту нитку. И теперь смотрите внимательно. Вот так вот постепенно петля за петлей мы нанизываем наши петли на спицу. В этом ряду мы всего лишь их наденем на спицу, а в следующем ряду уже начнем вязать резинку 1 на 1 и определимся с количеством необходимых нам петель горловины. Мы нанизали петли на спицу, привязали нитку, сейчас будем набирать нужное количество петель. Если вы помните, изначально у нас было по 37 петель вперед и 37 петель спинка. Нам нужно набрать 80 петель, чтобы было 80 петель в объеме. Для спинки мы оставляем 37 петель, а здесь, вот в этих местах, где у нас плечи, мы должны добавить по три петли со стороны переда. Первую петлю я вывожу в шов, вдеваю крючок, вывожу нитку, вернее вывожу петлю. Вот так вот нанизываю ее на спицу. Это первая петля, она очень самая сложная. Делайте вот так вот, как я вам показываю с помощью крючка. Следующую петлю мы набираем вот в этот, в эту перемычку, вот сюда. Вводим крючок, захватываем нитку, выводим петлю. Вот так вот. И еще одну петлю, ну, можно взять ее вот здесь. Вот здесь. Смотрите, это у нас лицевая, это у нас изнаночная, значит следующая петля у нас лицевая. Провязываем лицевой. Здесь у нас идут уже петли, которые мы набрали по горловине. Вяжем их резинкой 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Вот так вот все петли нам нужно провязать. Не забывайте, что нам еще один раз вот с той стороны нужно будет прибавить 3 петли, а все остальные петли мы провяжем так, как есть резинкой 1 на 1. Это первый наш установочный ряд. После этого мы пойдем, начнем вязать резинку хлебный колос и провяжем нужное нам количество в высоту. Количество рядов в высоту, которая нам нужна. 5 сантиметров или 4. Сколько вам лучше? И как закрыть петли, я вам покажу уже после. Оставайтесь на канале. Обязательно дождитесь. И вот, наконец-то, заключительный этап. Это тот момент, когда мы связали нашу резинку. У меня высота здесь 5 сантиметров. Последние два ряда резинки я вязала полой резинкой. Лицевую снимала, изнаночную провязывала, а затем изнаночную снимала, лицевую провязывала. Теперь оставляем нитку, вдеваем ее в иголку. Нитка должна быть подлиннее, желательно подлиннее, чтобы хватило. Начинаем закрытие с изнаночной петли. Сейчас мы на 1, 2, 3 закроем наши петли. Смотрите внимательно. Это я делаю для того, чтобы вы не искали по всему моему контенту нужное видео с закрытием. Смотрим сейчас. Иглу вводим слева направо в изнаночную петлю. Вытягиваем нитку. Вытянули нитку. Теперь правую полупетлю лицевую вводим иглу и точно следом за этим вводим в левую полупетлю вытягиваем нитку и последнее движение сверху справа налево вот видите мы вводим иглу в изнаночную петлю и вытягиваем нитку теперь эти петли вот эти две петли изнаночную лицевую мы снимаем и продолжаем все с самого начала Раз, два, три. Как я и обещала, на раз, два, три мы закрыли две петли. Повторяем сначала. Раз, два, три. Повторяя эти наши движения, еще раз сейчас я вам покажу. Мы закрываем все наши петли горловины. Сначала вдеваем слева, справ, слева направо в изнаночную петлю, затем правую и левую полустенки лицевой петли вводим нитку и третий раз сзади в изнаночную петлю завели нитку, вытянули, снимаем со спицы. Еще раз. Раз, два и три.